Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Мы не так давно привозили такого человека, Роберта Макки. Может быть, вы видели, мы делали много рекламы, очень хотелось, чтобы больше людей из Сколково в том числе пришло на него. Это человек, который по сторителлингу, наверное, номер один в мире. Под его руководством выросло много сценаристов, порядка 40 Оскаров, только там, я не знаю, 100 там золотых глобусов и так далее. У него был 4-дневный семинар «Как писать историю». Но при этом он, допустим, писал историю выхода на IPO Microsoft. И является не просто сценаристом, он учит писать сценарий. Поэтому сегодня я тоже хочу вам рассказать историю. И, может быть, Митин еще мне обещал прийти, может, мы еще интерактив какой-то включим. Но если его не будет, если кто-нибудь из вас захочет тоже рассказать короткую историю, потому что все начинается с этого. Любая идея, любой бизнес – начинается с некой истории, которую мы друг другу рассказываем. Здесь дети сидят, но я попрошу уши заткнуть. Я вам расскажу историю, которую я недавно услышал. И она на меня тоже произвела впечатление. Историю того, как после Великой Отечественной войны Германия, имея вот такое клеймо фашизма, бренд фашизма, который просто не давал этой стране развиваться, каким образом они смогли убить вот это настроение. Что они сделали, вы знаете? Они начали снимать порнографические фильмы. С одним условием, что в конце должно идти «Das ist fantastisch». А теперь задумайтесь. Представьте, что перед вами стоит такая задача поменять вот этот жуткий бренд, который клеймом лежит на всей нации. Я вам рассказал историю. Маленькая история. Я просто рассказал историю, которую я услышал. Вот дальше каждый из вас может копать, узнавать, действительно это было так или не так. Потому что рассказывать истории, потому что очень часто, когда мы делаем особенно питч-сессии, когда люди приходят просить деньги, когда они просят деньги даже на благотворительные проекты, истории, которые они рассказывают, вот просто у меня руки опускаются. Это не истории, это нарратив. Знаете, нарратив не есть история. Когда вы сидите с друзьями, и там, допустим, чья-то подруга начинает нарративом рассказывать сегодняшний день. Я пошла туда, отвела детей сюда, была в булочной, потом маникюр делал и так далее. Вот это нарратив, это не есть история. Давайте еще один ролик, который я украл у Роберта Макки, я вам покажу. Это примерно как выглядят очень многие ребята, которые пытаются продать или себя, или свой проект. И там нету истории. Можно второй ролик запустить? Hello, Steve. Thanks for coming. My name is John. Any questions before we start? Good. How does your company currently measure results in digital marketing? Well, we look at the bigger picture and try to see what kind of ripple effect the go for the key influencers who are. At the end of the day, we want to create a halo effect around our brand recognition. We try to fine-tune engagements to get. Working on getting a real 360-degree view of the customer to cross-segment synergies. Likes? Closed-loop marketing. Search? Classification of our brand. SEO? Click-through rates?
Just make it go viral. Моя история началась... Тема сегодняшнего выступления – это тандем, поэтому я расскажу, что моя история началась в тот момент, когда я пошел учиться. Я пошел учиться где-то год, может, полтора назад. Вот у этой женщины, Виктория Михайлова, она приехала из Франции, живет там, к сожалению, не смогла приехать, чтобы мы выступали вместе. Мне придется отдуваться за двоих. А она и совладелец, и тренер, и коуч. Я учился у нее процессу коммуникации, не удивляйтесь. Я всю свою жизнь был в коммуникациях. Всегда все департаменты там, маркетинга, пиара, GR-а, IR-а, внутренних коммуникаций всегда подчинялись мне. Я пошел учиться PCM-у, это Process Communication Model. Мне так понравилось, что я взял второй углубленный курс. Мне так понравилось, что я взял курс тренерский и получил лицензию, потому что мне было действительно интересно. И мы с ней разговорились. Я ей рассказал историю, которая, ну, свою личную историю, как я попал сперва в Диалог-банк, из Диалог-банка я попал в тройку Диалог. Я попал туда просто потому, что я позвонил своего друга с моего двора, Рубену Варданяну, и сказал: Рубен, Джон, а у тебя есть какая-то возможность меня устроить куда-нибудь на работу? Вот я с одним чемоданом из Армении переехал в Москву. Ни кола, ни двора. Маленький чемодан и чужой костюм. Я взял костюм у друга, потому что костюма у него не было. И он меня устроил в Диалог-банк. Эта история для меня стала большой. Это история определенного тандема. Тандема двух людей, которые чувствовали себя, ну вот, как мне казалось, в одной тарелке. Я долго жил в этом тандеме, 25 лет, потом мы продали тройку, и как бы общего проекта нету, что-то нарушилось. Но не нарушилась связь, но эта тема меня очень сильно волновала, потому что я пытался понять, а кто я, что я. После продажи тройки я ушел в Сбербанк и начал заниматься там HR-ом, в том числе я был вице-президентом по HR-у, и как-то связка вот общих проектов, она потерялась, да, у нас есть какие-то общие проекты, но вот именно связка куда-то прошла, но химия осталась. Я понимаю, что это не дружба, потому что мы в кино каждый день с ним не ходим. Это не партнерство, потому что у нас нет общего проекта. Это некая субстанция, в которой мы вот как-то живем, и как называть этого человека. И мы придумали вот с Викторией слово «тандеми». И начали раскручивать тему тандемов. Я пролистал все сайты про тандемы. Кроме велосипеда ничего внятного мы не увидели. Ну и фразы, которые из книг, они в тандеме что-то сделали. Вот были такие фразы. Потом я нашел книгу, которая называлась «Консильери». Эту книгу мы перевели, я финансировал как раз эту книгу. Это единственное, что я нашел на эту тему. Потом мы решили с Викторией писать книгу. И именно проанализировав, что про тандемы, вот про эту некую магию нету ни одной книги, решили написать, надеюсь, к концу года она выйдет, эта книга, это сейчас такой маленький product placement. Почему? Потому что у нее была своя история тандемов. Она работала в России, она открывала большие вот эти французские все супермаркеты, и у нее был тандем с мужем. И этот тандем в какой-то момент тоже распался, проект ушел, и вдруг эта химия куда-то делась, они развелись, и у мужа что-то как-то дела пошли не так, потому что нарушилась какая-то связка. Мы провели множество интервью, даже брали интервью вот этого человека, порядка 120 глубинных интервью. Взяли интервью вот у этого человека, который создал скрипку «Тандем». Интервью брали у бизнесменов, у просто интересных людей, которые нам казалось, что могут что-то интересное на эту тему. Спрашивали, были ли в их жизни какие-то тандемы. Каждый по-разному отвечал.
И мы понимаем, что в тандеме кто-то сидит впереди, а кто-то сидит сзади. Это некая такая связка. Каждый из этих людей был или первым, или вторым. Каждый из этих людей давал много примеров. Примеров разных тандемов, как в бизнесе. Там, Стив Джобс, Стив Возняк – это тандем или это что? Ну, знаменитый тандем Шерлока Холмса и доктора Ватсона нельзя переоценить. Но вот, допустим, Рязанов и Брагинский. Пока у них был тандем, они творили и создавали чудесные фильмы, которые все мы знаем. Как только тандем их распался, и тот, и другой начали делать что-то не то. Вспомните последние фильмы того же Рязанова. Мы дали определение тандема. Мы сказали, что тандем – это связка, в которой участники вдвоем создают уникальную ценность. И эта уникальная ценность именно состоит из этих двух людей. Разорвав эту связку, вы получите какую-то другую ценность, но не именно эту, не именно эту уникальную ценность. При этом мы, делая 120 интервью, мы понимали, что первые люди, которые сидят впереди, не всегда видят тех, кто сзади. Но те, кто сзади, всегда видят тех, кто впереди. Они чувствуют себя, они называют даже, это, произносят это слово «тандем», но не первые. Первые называют это мой партнер, это мой друг, там, я не знаю, это мой лучший сотрудник, все что угодно, но не тандем. Было интересно интервьюировать одного бизнесмена, который долго сопротивлялся, там, говорил, что никаких тандемов не существует, ничего такого нету и так далее. Разговариваем. Нет, говорит, слушай, у меня бухгалтер есть, она 25 лет со мной. 25 лет он был в тандеме с этим бухгалтером, которая переходила из одного бизнеса в другой, и в тот момент, когда уволилась, у него начало все разрушаться. Потому что он в ней видел просто бухгалтера, который вот она есть, и она была всегда. А в тот момент, как только она ушла, оказалось, что это не так. Там было много чего другого. Много чего она делала, помимо простой бухгалтерии. То есть это была связка тандема. Виктория начала уже коучить на эту тему. У нее есть клиент, который занимается большим космическим проектом во Франции. И было интересно слушать, как она начала с ним работать. А он все время говорит, ищет девушку, потому что он расстался со своей девушкой. И все время на каких-то сайтах знакомств сидит, ищет, с кем бы ему повстречаться. Она схватила эту тему, раскрутила, и оказалось, что это не просто была любовь. Это был тандем двух людей. В этом тандеме он был успешен. Как только они расстались, что-то пошло не так. Когда мы преподаем в бизнес-школах лидерство, меня тошнит уже от этого. Вот этот лидершип, вы должны быть первыми. Вот постоянное какое-то зомбирование. Есть два мема. Ты лидер, остальные такие фолловеры, которые идут за тобой. И сейчас новая модная тема такая появилась, все лидеры. Вот это вот все лидеры, и мы такая лидерская организация. Но как только в таких конструкциях что-то случается, ответственность как-то никто на себя не берет. То есть вот все вот лидеры и вот... застыли в этой теме. И так как мне уже плохо от этого лидерства, я вот, работая с Викторией, а мы уже больше года исследуем, пишем, читаем, я вдруг осознал, что я очень хороший второй. То есть я тот человек, который более эффективен, когда он сидит на второй роли, а не на первой роли. У меня в жизни было очень много тандемов с разными людьми. Я могу быть первым. Это не означает, что если ты на втором сиденье сидишь, ты не лидер. Но я более эффективен, когда я второй. И мне нужен автократичный стиль управления, потому что это уже исследование, проведенное на мне. Это PCM, когда я сдавал тесты, я понимаю, что я тип личности, деятель, и для меня нужен автократичный стиль управления. Говорит, вот Сколково, вау, идея, все. А дальше надо собрать команду, посадить дерево там и так далее. Ты сидишь сзади, и ты разруливаешь все, что касается вот этого большого хозяйства. Набираешь там под 200 человек людей, которые запускают определенный механизм.
Но тебя надо брать, меня надо брать на слабо. А тебе слабо вот это сделать? Все. Но мне главное, покажите цель. И мы начали изучать, сейчас мы начинаем следующий этап, мы уже начинаем тестировать людей, которых мы интервьюировали, чтобы понять по их профилям личности, где вот эти тандемы, могут ли тандемы подбираться по профилям. Можем ли мы создать некую услугу, которую мы собираемся запустить, по подбору тандемов, а не вторых половинок. Что-то со связью у нас. Мы начали писать, что же такое тандем и как его дать этому определение. Мы такого назвали это алхимией тандема. Представьте себе, что каждый из вас рисует организационную структуру своего бизнеса. Как вы его рисуете? Да? Вот есть лидер, дальше есть его команда, и вот это все есть организация. А теперь наложите на это тандемные связи вашей организации. Как дать определение тандему, как понимать, что такое вот эта двойка, которая там сидит, и как-то они часто вместе проводят время. Ну, первое, чтобы был тандем, нужна мечта. Может быть, это достаточно банально звучит, но нужна мечта, которая объединяет и мотивирует. Доверие делится на две части. Бывает доверие человеческое, но нужно еще доверие профессиональное. Очень часто я сталкиваюсь с этим в благотворительных фондах. Я доверяю этим людям, потому что многие из них просто фантастически честные люди, но как профессионалы я им не доверяю. Общение. Общение – то, что мы теряем каждый день, но это общение такое глубокое и открытое. И общение не означает, что мы должны часами сидеть и общаться. Общение в тандеме может происходить буквально 3 минуты. Вы можете прыгнуть к своему тандеме в машину и по дороге за секунду понять все, что нужно делать. Но вот это глубокое общение, даже короткое, оно должно быть между двумя. Отношение к жизни, ну, слово ценности я не хочу здесь говорить, потому что ценности у многих бывают разные, но именно отношение к жизни, к людям, они должны совпадать у тандемов. Я очень часто, когда делаю интервью и беру людей на работу, я начинаю спрашивать их с детства. Кто твои родители, бабушки, дедушки, кто воспитал и так далее, потому что я пытаюсь понять, а что же внутри, кто же в детстве задал определенные вот это отношение, и кто передо мной сидит, потому что я беру не резюме на работу, я беру человека на работу. Солидарность. Как в победах, так и в поражениях, потому что мы в наши времена в тройке поднимались и падали очень-очень часто. У нас были безумные взлеты и потеря там практически бизнеса. И как ты ведешь себя вот в этом тандеме, это вот за спиной у тебя кто-то стоит или нет. Вот это очень важное определение. Химия вдохновляющих отношений. Не нашли мы других слов. Вот химия. Мы попытаемся исследовать, но что-то вот то ли запах должен нравиться, то ли на каких-то там на уровне флюидов, на уровне там, не знаю, зеркальных нейронов. Все определения, какие хотите. Между этими людьми должна быть химия. Это не любовь, это не дружба, это какая-то химия. Вам вдвоем должно быть интересно. И не удивляйтесь, последнее определение, индульгенция к тандеме. К тандеме. Это закрытая ячейка, это два человека, которые объявляют себя тандемом, они работают вместе. И если он сделал мой тандеме ошибку, у него есть индульгенция по сравнению с другим. Я защищаю свою двойку. В организациях разрушают вот эти двойки. В организациях не видят, что именно вот в этих нейронных сетях этих двух людей и кроется как раз лидерский потенциал, когда два человека создают нечто новое. Самоирония. Но мы, как бывшие КВНщики, не могли это пройти, но здесь тоже кроется очень большая самоирония, здоровая и легкая. Та нация, которая может над собой смеяться, или те люди, которые могут над собой смеяться, это те люди, которые очень сильные. Посмотрите, многие, наверное, видели
сериал «Черное зеркало», первая серия, первый сезон. Кто видел, можно поднять руки? А теперь представьте, возможно ли это снять в нашей стране? Ну, то есть, еще не написав сценарий, тебя посадят. Но именно эта сама ирония делает англичан, которые сняли этот сериал, очень сильной нацией. Так вот, сама ирония между этими двумя людьми, вот эти отношения, они сделают эту двойку очень сильно. Кто сидит впереди, кто сидит сзади, мы начали исследовать очень много вещей и нашли еще одну вещь, что вы должны защищать эту двойку, потому что эта двойка, этот тандем все время подвергается опасности. Опасности даже со стороны членов семьи, которые пытаются эту химию разрушить. И это я видел и в течение своей жизни тоже. Когда я анализирую назад, я понимаю, что вот этот тандем с этим человеком был разрушен, в том числе потому, что члены семьи ревновали к этой двойке, к этой химии, к этому непонятному чему. А мы не имеем этого определения, что сказать, я с этим человеком, это мой друг, поэтому он ко мне домой пришел, и мы пьем. Это нормально. Но у нас нет определения сказать, это мой тандем или это мой тандем, я с этим человеком в спайке, и мы творим чудеса. Нету этого определения. И к этому механизму всегда есть ревность. Ее надо точно защищать, надо выстраивать границы. Вот эти границы мы долго, когда читали, увидели, как описывают тандем. Вот Людмила и Владимир Басалаевы, эти люди из Пензы на вот таком самодельном тандем-велосипеде проехали от Пензы до Тихого океана и написали книгу. Ну, она, понятно, нам попалась в руки, мы начали читать, и вдруг увидели абсолютную параллель между тем, что мы говорим, что такое тандем, и тем, что они физически писали, замечая и описывая свое путешествие. Они говорили, что дальность, на тандеме ты уедешь дальше. То есть ты, когда разгоняешься, он из-за своей массы и так далее, он дольше едет. Скорость намного выше. Вдвоем, когда ты крутишь эти педали, то есть они разгонялись очень до больших скоростей. Я не пробовал, хотя у меня, мне подарили такой велосипед тандем, но вот со скоростью я пока не лажу. Понятно, что вы складываете усилия. Кто-то устал, он отдыхает. То же самое происходит и в нормальном тандеме, да, то есть кто-то подхватывает, и вы друг друга лечите еще. Понятно, что оптимизация ресурсов в тандеме точно есть, потому что, ну, хотя бы то, что этот велосипед весит, не как два отдельных велосипеда, но и запчастей по дороге, наверное, тоже меньше нужно. То есть вы очень много всего экономите, когда вы делаете что-то вдвоем. Очень близкая коммуникация. Если вы выехали бы на двух велосипедах, то разговор бы не сложился бы. Все время вы объезжали бы какие-то препятствия, автомобили бы мешали. А здесь вы в такой связке, что вам деваться некуда. То есть у вас постоянно идет коммуникация. Синхронизация. Мой любимый вид спорта, все, что связано с синхронными видами, меня вызывает просто уважение, особенно… Ну, вот представьте, что вы со своим партнером танцуете танго. Вы же не думаете о том, какой вы бизнес или какой шаг в этом бизнес-плане вы сейчас сделаете. Вы танго танцуете. И вот мы когда работали, и много проектов, и много тандемий, с кем я работал, мы действительно вот взрывались в этом танце, и мы танцевали танго. И у нас была нулевая позиция. Мы не делили ты мне, я тебе, там сейчас вот твоя доля такая, не такая. Давай сольемся в этом танце синхронно и сделаем вот это чудо. Если вы нарисуете тандемные связи вашей организации просто, или возьмите просто вашу записную книжку и подчеркните людей, с кем вот вы чувствуете эту химию, и скажете, вот это мой тандем, вот это мой тандем, вот это мой тандем. Этому человеку я доверяю. Я могу сейчас прямо позвонить, и он будет рад тому, что я позвонил и что-то предложил. Он моментально
будет рядом со мной. Сколько у вас людей? Когда мы говорим network, это не записная книжка. Это те люди, которых вы можете считать тандемами. Сделайте орг-структуру вот подобную этой, которая на слайде. Попытайтесь нарисовать тандемные связи вашей организации, и вы поймете, что именно там скорость, с которой двигаются решения внутри организации, как люди быстро договариваются и так далее. Как только нету или там застой, вы это сразу увидите внутри организации. Мы даже сделали такую вещь, мы сделали такой софт, который сейчас в 35 компаниях уже есть кейсы, то есть там это все меряется, потому что каждый из вас оставляет цифровой след. И этот цифровой след мы умеем по 1600 параметрам оценивать людей. Мы можем раскрашивать всех людей вашей организации от красного до бирюзового. Но мы еще не научились делать тандем, потому что исследование по тандемам продолжается. То есть я могу предсказать, что эта команда это решение сделает, эту задачу поставлено сделает или нет, это что называется predictable HR. Но я не могу пока соединять тандемы и на уровне рекрутмента и так далее соединять людей, чтобы они образовывали вот эту тандемную сетку. Не так давно мы здесь, в Сколково, у нас была защита проектов. Защита проектов наших выпускников Сколково практикум. И ко мне подошел один из выпускников, который делает, ну это такой бизнес, они делают генеалогическое дерево вот в семье, то есть могут откопать всех твоих пятиюродных бабушек, дедушек, то есть теть, и сделать большую книгу про твою семью. Я так начал с ним говорить, потому что я говорю, я-то не хочу ничего заказывать. То есть вот у меня нету этого внутреннего желания заказать там. И мы с ним разболтались, я говорю, а что такое семья? Сейчас я на самое святое. Что такое семья? Ну, это некая конструкция, которую, ну, взаимоотношения, которые когда-то придумали, надо еще штамп поставить, детей там юридически мы связаны. А что такое семья? Кровные узы. И он так и сказал, говорит, по крови. А я говорю, знаешь, а если я не хочу вот с этим человеком общаться, потому что он там троюродный кузен по крови, он постоянно пытается сказать, что он мой родственник, а я не хочу с ним общаться, у меня нету тандема с ним, мне он не интересен. Могу ли я создать свою собственную семью, назвав своих тандеми своей семьей? Можно ли дать новое определение семьи? И это пока не отвеченный вопрос. Я просто в аудиторию, так скажем, кидаю и говорю, что мне интересно создавать собственную семью с теми людьми, которые мне интересны, с теми людьми, у кого, с кем у меня есть тандем, со своими тандеми. Кто эти люди вокруг вас, вокруг вашего там окружения? Могу ли я на это самое святое замахнуться? У меня нету на это ответа. Ну и в конце своего выступления хотел вам показать еще одну историю, которая мне тоже очень понравилось. Надеюсь, она вам тоже понравится. И вы поймете, что даже банки могут рекламироваться с помощью вот таких историй. Можно вот последний ролик? Почему 为了活更长, 还是为了离开? 去行不得的吧!
湾人平均年龄81岁。一个重听，一个得了癌症，三个有心脏病，每一个都有退化性关节炎。6个月的准备，环岛13天，1139公里，从北到南，从黑夜到白天，只为了一个简单的理由，人为什么要活着？У меня есть друг, который говорит очень всегда интересные тосты. Он недавно сказал, что никто из нас не может повлиять на длину жизни, но на ширину нашей жизни мы можем повлиять. И человеческая память, она очень избирательная. В вашей голове остаются только те истории и те люди, с которыми у вас происходила какая-то химия, именно тандеми. И, наверное, когда вот это генеалогическое дерево, которое я хочу заказать, я бы заказывал бы его, исходя из того, допустим, с кем у моего отца были тандемы и как он рос, и как менялась его жизнь. Поэтому, если мы говорим о том, что вы создаете что-то, пытаетесь сделать вашу жизнь шире и создаете то, что останется, попробуйте каждый из вас написать некролог, как делают это в Стэнфорде. Напишите свой некролог. Что о вас напишут? И вы поймете, что вы всегда будете вспоминать ваши истории и создавать вот именно тандемы с людьми, которые останутся у вас в памяти, они уйдут в эту нашу амнезию, когда 99% имен своих одноклассников я уже не помню. А с кем был в детском саду, там уже детская амнезия. Напишите вашу историю до и напишите ваш некролог на после. И у вас будет ваша история. Спасибо большое. Я готов, не знаю, есть у нас время отвечать на вопросы. Ну вот такая история со мной случилась. Андреев Вячеслав, у меня вопрос. Сколько тандемов у одного человека может быть? Вы знаете, много, но наше предположение пока это из интервью следует, что там 3-5... Одновременно. А с соционикой вы знакомы? Да. Как-то это связано? Пока не видим связи. Мы пытаемся найти, мы смотрим по... То есть исследование еще продолжается. Там хорошо. Вот просто еще раз, та мысль, которую я вам хочу дать, вот мы сейчас с вами сделаем эксперимент. Я говорю, что я хороший второй. Можно поднять руки те, кто считает себя хорошим, более эффективным вторым. Вот эта картинка в каждом классе Сколково. 40% поднимают руки и еще выдыхают. Не надо быть этим вот лидером, который должен. И вот чем тоже Сколково грузит всех вас.
Лидершип. И поэтому есть еще такая затея сделать такой центр альтер-лидерства. То есть сделать центр, который исследует вторых и дает абсолютно немножко, ну, там, другое обучение, да, то есть где не надо там... Пожалуйста, вы просто... Да, я бы сказал, что вот я универсал. Вот у меня в жизни были примеры, когда я был и вторым, и первым, и это достаточно успешные тандемы. Может быть такое, или я ошибаюсь? Может. Смотря как вы меряете успех, и где, вот я в очень многих местах первый, и часто был вторым. Но я осознаю сейчас, что я более эффективен на вторых ролях. Вторая роль – это, понимаете, это не ругательство. Если мы называем вот эту ячейку тандемом, вот этот тандем, и то, что мы увидели, что первые, те, кто не поднял сегодня руки, они не видят своих вторых. Вот это та часть исследования, которая меня поразила, потому что я был на вторых позициях, я понимал, что ну как бы мы в тандеме. Оказывается, нет, это не так. Не видит. И вот это исследование, именно вот этого определения тандема, скорее книга будет адресована первым, чтобы они видели вторых. Потому что связки очень часто, которые я вижу у друзей, они разрушаются, уходят проекты, просто разрушаются. Или становятся другими, уже не такими вкусными, которые, когда они были, когда вот эта химия шла между этими двумя людьми. А вот когда у вас появляется тандем, то вокруг него такая энергия. А у нас что, люди энергии же боятся, потому что энергия это что? Это изменение. Как только изменение, они уже этого не хотят. То есть, и давай рубить эти тандемы. Как только тандем сросся, начинается энергия, и вокруг него собираются партнеры. Вокруг него уже появляется третий, четвертый, пятый. Но всегда есть двойка. Где она? Тройки не бывает. Я жестко говорю, нету троек. Бывает двойка. Сперва, ну у нас все двоично, друзья. Каждой паре по паре, я не знаю, 0-1 — это двузначная система. Из 0-1 возникает любое число. Как ты его обозначишь уже партнерством или, ну, там, или знак в виде семерки поставишь, это уже ваше дело. Но сперва 0 и 1. Вот когда две половинки сходятся, то есть я пытаюсь вот здесь создать. Вашим тандемом может быть и, то есть, допустим, у меня с женой тандем. Тандем нам интересно, потому что если я вижу, раз тандема нету, ну то, что мы называем любовь. Древние греки дают 7 определений любви. 7. Я их там по-гречески не помню. Там эрос, допустим, это один вид любви, там любовь к родителям, это другой вид любви. 7. Как, о какой любви мы говорим? Эрос прошел, там еще что-то прошло. Тандема, если нету, нету вот этого взаимного интереса, когда там ты понимаешь, что ты получаешь определенную энергию, за твоей спиной сидит человек, который тебя толкает вперед, тогда брак интересен, тогда брак. Я залезаю на ту территорию, которую, ну вот, я понимаю, что меня могут ругать на эту тему или еще что-то говорить, но я в той аудитории, которая это может понять, потому что я уже пытался это говорить в разных аудиториях, то есть и встречаю вот это табу, куда ты лезешь, да? Семья, тем более я армянин, как семья по кругу, о чем ты говоришь? Спасибо, очень интересно. Пожалуйста. Спасибо. Гор, ну понятно, что у первого может быть много вторых, да? А вот если человек второй, сколько у него может быть первых? Наверное, один или... Ну, если он в он может быть в другом тандеме первым, да, и так же... 3-5 — это то, что мы видели. То есть разные проекты. Проект семьи — это тоже проект. То есть ты с женой в тандеме, ты на работе в тандеме, ты там занимаешься, там еще какой-то бизнес строишь или благотворительностью, у тебя... Этих связей достаточно много может быть. То есть у второго может быть несколько? Может, да. И у первого тандем попроектно идет. То есть мы говорим, создается, вот смотрите, был Горин и был Захаров. Горин скончался, Захаров жив. Пока они были в тандеме, был Ленком.
куда попасть было невозможно. Это был великий проект. Они творили чудеса, снимали фантастические фильмы. Все мы знаем, да, и «Барон Мюнхгаузен», и там, «Убить дракона» и так далее. Горин скончался, все, нету. Нету Ленкома. Я уже забыл, когда я там был последний раз. Я извиняюсь перед Ленкомом, я вот абсолютно свое мнение личное говорю. Мне туда не тянет. Это у художника должна быть муза, это тоже тандем определенный. С ребенком может быть тандем. У меня есть друзья, у меня, допустим, с моим родным братом тандема нету. При этом у моих друзей есть тандемы с родными братьями, я им завидую. Но он живет в Армении, я здесь, мы как-то там встречаемся, дни рождения, поздравляем и так далее. Но нету тандема, нету общего проекта. Пожалуйста. Да, Гор, я когда первый раз слушал твое выступление, я так понял, что ключевым признаком тандема, Сергей Дерябин, ЕМБ-13, я так понял, что ключевым признаком тандема является все-таки какая-то совместная деятельность или дело, на которое накладываются отношения. Сейчас ты говоришь более расширительно, что семья тоже может быть тандемом. Это тоже вот. Дело. И у меня вопрос, вот дружба, например, двух людей, у которых нет совместной деятельности. Является ли это тандемом? И вообще, нет. Где границы тандема? Как бы ты их определил? Дружба не есть тандем. Я очень часто эту фразу говорил, может, ты слышишь, что я дружу только тогда, когда мне интересно с человеком. Как только мне перестает быть интересно с человеком, он становится родственником. Это я говорил очень-очень-очень часто. Сейчас я понимаю, что вот между вот этими двумя понятиями закрылось еще одно слово – тандем. Мне надо его туда впихнуть. У меня есть друг, с которым у меня нету абсолютно никаких проектов совместных. Вот просто. Но нам просто вместе хорошо. Я заземляюсь там. Таких друзей может быть один, два. Я просто прихожу, у него все черно-белое. То есть вот мне надо рядом с ним сесть и заземлиться, то есть подумать об него. Я не знаю, как это сказать. Мы можем созваниваться каждый день. У нас нет проекта. Мы созваниваемся, ну что, пойдем сигары покурим, где-нибудь посидим и так далее. Просто так. Мы дружим. Я понимаю, что я могу поднять трубку, сказать ему, он тут же прибежит и так далее. Это дружба. Но мне это не тандем. Там нету тандема. Вот, Гор, да, я просто пытаюсь понять. И он больше мне как родственник. Ты вот по определению дал, что тандем – это то, что дает какую-то особую ценность, да? Но ведь в ценности, вот в отношениях тоже есть своя ценность, да? Вот то, что я с ним пообщался, я чем-то прирос эмоционально, мне стало лучше, так сказать, я что-то для себя прояснил, я об него подумал. У меня нет с ним предметной деятельности, но я ценность получаю от общения. Тогда вот где граница этого определения? Ты в некрологии о нем ничего не напишешь. Пиши некролог, ты пишешь. Ты не вспомнишь вот тех людей в своем, ну, то есть, потому что человек, когда пишет некролог, он вспоминает, а что ты оставил? Мы просто дружили. Там не было ценности. Мы просто дружили, вот как вот эти мотоциклетисты, которые просто дружили. Но они собрались, чтобы сделать проект и сделать еще одну фотографию. Потому что у них был общий проект, вот это, наверное, поездка. Это единственное, что у них осталось в голове. Вот это поездка. Мы можем вместе спланировать поездку и ее сделать там незабываемой, но это проект уже. Но еще раз, я хочу сказать, что разрушение тандема, если вы вспомните, где у вас были вот эти разрушения, то есть там, не знаю, что-то случилось там, раз... Два человека распались, вы и еще, вот тандем разрушился по разным причинам, просто проект закончился, но химия осталась. Или вы поругались по полной программе и расстались, и что происходит тогда с вашими проектами, когда уходит вот эта химия? И был ли это тандем, или это было псевдопартнерство? То есть. Вот, ну что, друзья. Спасибо вам, что выслушали. Может, это добавит вам новых мыслей.